Рассказывают, что однажды к этой поляне пригнали бульдозеры, чтобы вести какие-то работы. Им навстречу вышла пожилая женщина с охотничьим ружьем и, дав два предупредительных выстрела, заставила строителей повернуть обратно. Они рассердились. Какой ты умеешь право? Я говорю, я умею. Помню, правильно сказал. Тут нельзя, тут святое место. Я слово дала. Ее зовут Аршалуйс Киворковна. Аршалуйс в переводе с армянского «утренняя заря». Живет она в одном из многочисленных ущелий Кавказа, в урочище под Нависло. Называется оно так потому, что над этим местом нависает скала. Отсюда до ближайшего селения 12 километров. Аршалуйс 73 года. Уже давно она живет одна на этой лесной поляне. До войны тут была большая армянская семья ханжинян. Я работал в колхозе и с девчатами-украинцами, табашные бригады. Звеновая я была, они мне подчинены были. После войны тоже работала, сейчас пенсию получаю. До войны я замуж не вышла. Много женихов было, ну не хотел, еще хотел погулять. А потом после войны тоже так случилось. Поэтому здесь никогда не скучно мне. Все время я тут полный детей, как детсадик. Вот все братья, сестры, да внуки, правнуки. Может там 100 душ уже соберется. Понимаете, очень много. Мне не скучно летом, хорошо. Когда мне скучно зимой, я много читаю русские сказки и потом рисую. Про лампы. Лес рисую, кури рисую, звери рисую, и дети. Ну что думаю, то я рисую. Всем раздаю родственникам. Зимой мои собаки как лают, я знаю, что это волки пришли. Я сразу понимаю. Собаки лают, лают, как будто меня гукают. Я поднялся, лампа зажигал, одевался хорошо, ружье возьму, выхожу. А я туда выстрел даю, они бежать. Чем не боятся, чем ружье, волки текают в лес. В молодости я метку хорошо стреляю и кабанов стреляю. Ну, хотите, я сейчас покажу, как я стреляю. Когда умирала, ей было 100 лет. Укала мне, сказала, здесь не живи. Здесь я тебе не разрешаю жить, скажу. Тут опасно, тут есть, что-нибудь случится. Я сказала, ма, хоть обижайся, хоть не обижайся. А я отсюда никуда не пойду, как я клад подавала, не нарушу клад. 1942 год, Северный Кавказ. Гитлер рассчитывал захватить наши источники нефти. И как раз главный удар, нацеленный на Туапсе, должен был пройти через урочище, где жила Аршалуйс. Фашистов остановили в нескольких километрах от Поднавислы. Очень тяжелое время было в 42-м году. Здесь госпиталь был, и в наших домах тоже везде госпиталь был. Проведут сюда раненых, бросают под деревья. Уйду. А они плачут, смотрю я, очень трудно им. Начинал я есть, помогать. Раненым очень тяжело было. Я свои кукурузные хлеба кормил, картошкой, фруктой. Они очень ночью волновались, кричали. Я с ними сидела ночью, успокоила. Я сказала, вы духом не падайте, вы выдержите. Одного нога поломан не было. Он плачет. Почему, кажу? Твои руки целые, один нога целый, ты будешь жить. Когда раненые умирали, солдаты сказали,
Шура, здесь нас в лесу не бросали. Я клятву им дала, что я никогда не брошу здесь, пока жив. Я помню, лежать в наших могилах вот здесь. Они красивые, хорошие ребятки, молодые, умные. Но там и этот яблонь, там я цветы садил. Там 200 человек похоронено. А вот где этот сейчас стоит вот цинковый памятник, там 160 человек. А там Грушниках 200. Там 200 человек похоронено. Шура! Здравствуй, Шура. Здравствуй. Шура, ты вспоминаешь меня? Я не помню. Помнишь, как молоком меня поила? Нет, не помню. Я много раненых напоила. Столько лет прошло, можно забыть, а я не забыл, я не забыл. Я не знаю, сколько я проживу, но отсюда никуда не пойду. Я клятву давал солдат. Thank you.